Так. Ну что, ребятки? Вроде бы мы в эфире. Напишите в чатик. По идее, должно потечь. Из колонок что-то. Жду в чатике, чтобы кто-то пояснил. Александр подошел. Так, удачного стрима, ага. Спасибо. Ну, ждем, когда кто-нибудь напишет, что да, трансляция пошла. Так, ага, хорошо. Такой звук, как будто ты в комнате сидишь с кассовыми аппаратами. Ну, к сожалению, это не мои косяки. Это микрофон Dexp. Вот, у Антохи. А чё, опять? Ну, это косяк именно микрофона твоего. У меня на старом такой же, в принципе. Есть такой звук. Вот на трансляции можешь потом посмотреть. Может, это шумоподавление так работает, я хрен его знает. То есть такой писк раздается, как будто вот действительно кто-то на кассовой машинке, блин, работает. А это я в косынку, наверное, играю, потому что... Нет, нет, это от микрофона. Погромче нас сделать? Сделай нас громче. Не едиными, а громче. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. Кинотрэш, заново или продолжаешь сохранение? Нет, начнем с того места, где вот тогда закончили. Я специально сегодня залил на этот канал первую часть. Хотя я сначала думал, что не найду этот сейвик и смог уже сначала играть. Я, кстати, и не знал, что у этой игры, оказывается, русский язык есть. Ну, это ж фанаты перевели. Хотя бы в субтитрах, но не, есть. Не, официально нет русского языка здесь. Чё, как звук, ребят? Вот сейчас как раз идет вступительная киношка, и мы вот на фоне как разговариваем. Антон, ты что-нибудь можешь там сказать? А, всем привет, кстати, я... Да. Вообще ни с кем я не поздоровался, извиняюсь. Так. Так, нас пятеро. Так. Кинотрэш, чуть потише игру, еще бы стоило. Ага, хорошо. Я, в принципе, тоже так думал, но... Я просто игру вообще не слышу, я ее звук отключу. Ну да, мне на фоне игры даже тебя не очень хорошо слышно. Сейчас нормально. In charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake. Александр пишет, вас погромче, игра норм. Ну, сейчас примерно хотя бы еще узнаем, после того, как Витя потише сделал. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top secret black op. Don't expect any official support. Так, себя еще погромче сделать. Ну, можно. Так. Раз. Вот, сейчас. Так, себя погромче сделал. Ну вот.
Антон, а ты на полную, да? Ну, у себя там. Ну, я да. У меня-то вообще нерегулируемый микрофон, он сразу на... На максималке. Всю, да. Так. Микшер громкости, да, все на максималку. Так, ну как-то так тогда. Управление, звук, где звук? Звук. Да, все. Так, а мы сегодня с тобой как-то по-другому созвонились, да? По-моему. Ну, я тебе звонил. Нет, вчера мы как-то через сервер, а сегодня просто... Ну... Через личку. Да. Тут настройки просто по-другому. Я вчера уже... Вчера, блин, к ним привык, а сегодня бац. И снова все по-другому. Ну, давай. Да не, нормально. Нормально. Я нашел уже. Че, где? Так. Так. Так, я опять чуть-чуть себя слышу в твоей трансляции, Антон. На, сделай чуть потише. Сейчас должно быть получше, скажи что-нибудь. Угу, хорошо. Ну, сейчас в процессе посмотрим, ага. Так, ну что, ребята, в принципе, звук наладили вроде нормально. Нас слышно игру, вот, поэтому можно официально стартовать. Всем привет, с вами Скудер, с вами WhatsApp People, канал Ни Слова о стримах, всем привет. Всем привет, да. Так, сегодня у нас, собственно говоря, Metal Gear Solid, великий и ужасный, первая часть с первой PlayStation. Будем продолжать прохождение этой знаменитой игрушки. Остановились мы с вами, как я, в общем-то, и говорил, после все-таки битвы с киборгом-ниндзей. Вот, и сейчас мы идем... Ну, в общем, задача найти Мэрил. Вот. А его же, по-моему, Фокс звали, да, если не ошибаюсь? Да, Грей Фокс. Ну, ты... Во, помню. Серый лис. Ну вот, что-то помнишь, значит. Да, что-то еще в мозгах есть. В общем, я игру проходил давно, конечно, неоднократно, но все-таки давно. Ну, а вот Антоха, он проходил ее тоже давно, и, как он вчера говорил, на харде, да еще и на усложненном харде, на very hard, в режиме японского языка, короче говоря. Так, ну что, вот у нас подгрузилась наша локация. Мы на этаже... Каком мы там этаже? B1. Ага. Ну и это как раз-таки это локация перед битвой с психомантисом или психомантисом. И, собственно говоря, нам надо сейчас найти Мэрил здесь. Да, кино трэш жестко. В то время по-другому никак нельзя было. В то время мы легких путей, да, совсем не искали. Это были 90-е. Тут мы выживали как могли. Ну или играли. Так, я тут смотрю, что у нас еще нет телефона от Акона, он же доктор Эмерик. Давайте его тогда наберем, позвоним ему. Он нам должен кое-что сказать интересное. Meryl? She's dressed like one of the terrorists, but that's just on the outside. The inside hasn't changed. Watch for the way she walks. Внутри, говорит, она не изменилась. Обращай внимание на походку. Ну, то есть, короче, намек тут на ее задницу. Они все обратили внимание, как она ходит. Раскачивая, виляя бедрами, просто как непристойная женщина во все стороны. Так, а давайте еще, знаете, кому? Кэмпбеллу позвоним. Well, it looks like you've rescued Эмерик for the time being. Yeah, with that stealth camouflage, he should be able to hide safely.
Gray Fox. I can't believe it. But the real problem is your niece. The way the codec got cut off like that has me worried. Something must have happened to her. You're worried about Mara? Так, кинотрэш, но я в то время резидент. Так, только, Антох, давай договоримся, пока кинохи или вот какие-то разговоры по кодеку тогда не читаем сообщение. В общем, Наоми постоянно врывается в наши разговоры, и что-то ей не имется очень сильно. Так, что там за сообщение было? Так, кинотрэш. Ну, я в то время Resident 3 на харде 8 раз проходил только, и Сипфон Фильтр 2 на скрытом сложном уровне сложности. Кроме Резидента ничего не проходил. Угу. Ну и Сифона, да? Не, Сифона не проходил, а вот Резидент проходил на японском, на харде. Тоже на японском. А не было тогда других игр. Все только японческое. Так у тебя и первая Сонька была японская, что ли? Да. А-а-а. Вообще, во все игровые клубы до 2000-х годов почему-то я играл только на японском. Первая у меня тоже была японская. Далее все-таки. Александр. Так, я уже вижу, смотрите, вон Мэрил идет. Она прямо виляет бедрами, кошмар как. Давайте запалимся. И вон она побежала. Раз. И в туалет. Шмык. Оп. А, тут можно чуть-чуть подождать. Она, в общем, посидит в туалете и вернется. Там ништяки всякие в этой комнате тоже можно собрать, но дабы не это самое, не палиться, подождем, сейчас вскоре тут охрана вся исчезнет, если вы помните. Так, мне просто интересно сейчас подождать Мэрил. Сифон Фильтр сама по себе сложная игра. Ну да, достаточно, да, сложная. Вот она идет, смотрите, оп. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Побежала. Бегает, кстати, уже как это, как солдат обычный. Ладно, давайте побежим за ней. Что же тут сейчас скрывается? Что она тут делает? Ой, она какая-то плоская, как доска. Но как быстро раздевается. Вообще. Профессионально. Ну, как в армии, пока спичкой не горит. Вернее, не затронут. Ну да, здесь пока чиркают уже. After all, I was disguised as a genome soldier. Пока нет, оптимистка. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison, one or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does, killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield, the only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop. Is it the same with all great soldiers? Вот он только хоть поймешь, во что ты играл, о чем они разговаривали. Это да, сейчас хоть сюжет какой-то для меня есть. How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt.
What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So, Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, красиво huh? сказал. Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... We override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be three keys. This is all I've got. А вот, не все так просто. I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down. I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. У него на все есть отмазка. I'll be careful. Не люблю тратить пули. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Такое ощущение, как будто даже зеркало боится ее лица. Сейчас расколется. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMUS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a 50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh. So I got a leftover, huh? Mm-hmm. Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my 45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. Point man. Ты будешь point woman. Так. Что у нас тут? Блин, а что, вот взял бы сам форму и одел Снейк? Почему нет? Ну да. Так. Так. Кинотрэш. Александр Лысенко. Вторая самая сложная на втором диске. Там уже рядовые враги могли ваншотить и перекаты пофиксили, из-за которых в первых можно было проходить без урона. Для меня на PS1 самые сложные были игры Tomb Raider. Я вообще не понимал, как в эту игру и куда идти. Я, по-моему, первого тигра не мог убить даже в одной из частей. Да не, они там легкие были. А чё, второй Siphon Filter разве на двух дисках был? Я что-то забыл про эту фишку. Я так понимаю, вот первое его сообщение-то было про Siphon Filter, что на втором диске? Да, это диске. Полностью про Siphon. Не, а потом про Tomb Raider он пишет уже. Это уже второе сообщение. Ну да. Так. Давайте тут все ништяки сначала соберем. Ага. Александр, ага, во второй чаще всего застревал, а до конца ни один Tomb Raider не прошел. Я вообще в Tomb Raider в то время только в первый играл немножко. О, прибор ночного видения взяли. То есть Tomb Raider, не, в принципе, мимо меня. Я Angel of Darkness проходил на английском.
Мне вообще хоть не на японском. Да. Кинотрэш. А хотя какой Tomb Raider? Драйвер первый. Во, да. Первое задание в гараже. Прошел его только в Драйвер Сан-Франциско. Эту миссию заремастерили. А, так это в первой части была эта миссия в гараже, да? Там пройти обучалку вот эту вот. Да. А я думал, там в третий или в какой-то. Значит, я только в первый драйвер играл немножко. И когда он по дороге бежит, и на тени показаны, как будто у него в руках пистолеты, хотя по факту никаких пистолетов там не было никогда. Это про что сейчас? Про драйвер. Драйвер. Ну, с детства помню. Так, кинотрэш. Да, Сифон 2 был на двух дисках. Хотя у меня был Сифон Фильтр 2, но я забыл об этом, ребят. Вот чё-чё, да, про Сифон забыл, что он на двух дисках. Давайте посмущаем Мэрил. Короче, это, фишка такая есть. Если на неё долго смотреть, вот смотрите на её лицо, оно покраснеет со временем. What is it? Так, ну-ка, надо спереди на тебя посмотреть. Опа, а Мэрил без лифчика. What are you staring at? Come on, Snake. Какой у него выразительный взгляд, прям в душу смотрится. Вообще. Двумя глазами. Или это у него брови такие густые, вот понять сложно. Смотрите, она покраснела. Была белая кожа, сейчас красная. What is it? Да ничего, смотрю в твои глаза бездонные. Пустые бездонные глаза. Так, Александр, да, видите, на эмуле тоже два диска было на Сифоне. Ну, понятно. Вот эти фишки, они, блин, в то время, кстати, очень сильно поражали. Вот эта какая-то интерактивность, да, что персонаж реагировал, ну, почти на все. То есть вот я тут по стенкам стучу, она тоже говорит, ты что, типа, дебил, погнали, короче. Нам надо идти. Пялишься, ну, когда и, кстати, на нее тоже. Вот таких приколов было намного больше, чем в нынешних играх. Сейчас такого почему-то не делают. Ну... Либо не делают, либо просто, может, не замечаем отчасти. Ладно, впереди босс, ребята, босс, но не абсос. Так, музыка опять заиграла. Еще говоришь что-нибудь? А подними руку, у тебя подмышки бритые, нет? Она военная, она солдат. И ну мне да. Обязательно. Так, все. Сейчас пойдет жара. А, я что-то жду, стою чего-то. Готовься джойстики переключать в порты. Ну да. Блин, у меня все USB-хи заняты, что делать? Okay? Что происходит, ё-моё? Как непристойно. Что-то у нее в одно время просто заложило нос. О. Теперь главное, когда я нажимаю на вид от первого лица, мы видим из глаз Мэрил. Вот. Так. Ладно. Что у нас с рейшенами? Три штуки ставим, короче. Окей, погнали. О,
Может, тебе сразу пиндюлей надавать? За хрень там была. Лярва какая-то привязалась. Снэйк сейчас такой: о, давай. What? You don't like girls? А, так это же этот, который... психа... ну, короче, умеет... Психомантис, да. Да-да-да-да. Просто я на японском не знал, как это читается. А лицо помню. Окей. Okay. Вот вам. Толерантность, а вот это... там, что у нас там? Шовинизм, феминизм. Сейчас вот все это будет кулаками Снейка просто сминаться. Так, давайте я Атакону позвоним, что он скажет. Так это значит, ты виноват, надо тебе еще навалять будет. Anyway, you can't see him with your naked eyes, but there must be some way to make him show up. Вася Плей, привет, привет. Добро пожаловать. Так, сохраняться, по-моему, сейчас бесполезно, мы все равно начнем оттуда же, с этого вот, с... А, хотя, нет, может быть, уже с Мэрил будем. Давайте сохранимся. Перед битвой. А, ну да, по идее, да, командная комната, значит. Win, Snake, win. Победи, Снейк, победи! Сейчас победим. Так, ты еще живая, что ли? На! Еще и с ноги, блин! Вообще просто. На! Еще мало! Крепкая женщина. Бряк, все, готово. Кинокрэш, глубокая, глубокая глотка. Это кто? А то я и забыл. Саша Грей. Сейчас скажу. Конечно, супер босс вообще. You have saved often. You are a prudent person. I can read you like an open book. You still don't believe me? I will show you my psychopath. Представление тут устроил. Put your controller on the floor. Мне особенно понравилась фраза «ты часто сохранялся». Да. Ну, джойстик у нас, видите, не PS1, поэтому не прокатит его трюки.
Но если бы играли на первой Соньке, он, блин, действительно бы двигался. Да-да, кинотрэш. Хидео. Чё это вот такое? Мы вообще, когда с Лёхой дошли до этого босса, мы тут охреневали. Чё происходит, блин? Так, ну чё, короче, он... Реально, чувак офигительный. Он реально ломает к чертям четвертую стену. Это вот как раз, ну, такая абстрактное такое понятие, да, четвертая стена между зрителем и тем, что происходит на экране. То есть он разговаривает здесь не со Снейком, а напрямую с нами. И то есть он проверяет содержимое карточки. Вот он говорил, твоя память полностью чиста. Типа ты, ну, тупой, короче, типа. Вот. Это он имел в виду, что на карточке нету больше сохранялок от игр Konami. Вот. И таким образом говорил. Плюс он говорил, там, ты либо очень осторожный, либо просто трус. Это он проверяет, сколько раз ты там сохранялся. Ну, игра, опять же таки, проверяет, да, в его лице. И если сохранялись мы часто, а мы часто сохранялись, вот он и говорит, что ты либо очень осторожный, либо трус. Вот такой. Ну и добивает он просто тем, что говорит, вот положи джойстик на какую-то ровную поверхность, и я сейчас заставлю его двигаться силой мысли. И черт возьми, он реально заставляет его двигаться. То есть, если я говорю, играть на оригинальном железе, на джойстике с DualShock'ом, вот, то он заставляет его вибрировать, и джойстик реально, ну, от вибрации ползает по полу. Ну, блин, он реально выносит мозг. Вот, классный чувак очень. Его даже не очень хочется... Я хоть не понимаю, что это все значило в то время, когда я проходил. Ну вот, классно. А, век живи, век учись, да. А, дальше что там? Вопрос был про глубокую глотку. Deep Throat. Ну, на английском языке это все дело звучит. Здесь перевели прямо. На самом деле я не очень люблю, когда переводят имена собственные. И как-то оно звучит достаточно глупо по-русски. Глубокая глотка. Вот. Это... Ну, помните, нам звонил неизвестный, у него не было изображения, просто он говорил, аудиозвонок был. Давайте пока не будем спойлерить, так сказать, кто это. Дальше по сюжету это станет понятно. Вот, кстати, а сейчас ему можно позвонить? Нет ответа. Так, что можно сделать? Давайте Атакону позвоним. Блин, а мы не взяли же тогда эти очки не ночного, а как они там, термические очки эти. Так, блин. А, точно, все вспомнил, говорит кинотрэш. Ну, слава богу. Так, звоним мастеру Миллеру. Окей. Ладно. Давайте тогда еще, знаете, что сделаем? У нас, по-моему, есть прибор ночного видения, но не факт, что он поможет. Так, я тебя вижу, собака. И его тоже только в рукопашку надо? По идее, тут можно... Тут самая фишка такая... Сейчас. А, так он даже мои... удары, что ли, просчитывает? Сволочь. Вот гад. Да блин. Ай. А,
во, есть. Получил в рожу первый раз. Это вот эти вот заставочки Hideo, это как раз чтобы джойстик можно было поменять. В общем, фишка в том, что здесь, если джойстик на консоли переставить с первого порта во второй, то он перестанет читать наши мысли, и его можно будет валить. А сейчас он как бы, ну, просчитывает все, и его вообще никак не достать. Вот. А с оружия, которое стреляет, он вообще будет уворачиваться. Ну, он и так, в принципе, уворачивается почти от всего. Так, где ты есть? Да. Кинотрэш тебе советует в эмуляторе порт сменить. А, да, в эмуляторе можно. Я что-то не в курсях был. Так, давайте тогда сменим. Так. А как это у нас делается? Так. Геймпад, да? Порт 2. Так. Но только настрой второй контроллер для начала. Ну да. Так, а он и не настраивается. Чтобы настроить второй джойстик, это надо, короче, с эмулятора выйти. Так что у меня сейчас не получится. Так. Ай. Блин, вот сволочь, а. Я думал, что-то... Блин, ну я его в рукопашку точно долбил. Почему-то я думал, что в рукопашку он... не предугадывает, короче, действия. Я реально, ребят, почему-то думал, что рукопашка здесь как бы рулит. И без всяких переключений портов можно будет его долбануть. Ну вот, по роже опять получил он чуть-чуть. Да, блин, сволочь. Да я сейчас точно по нему попадал. Вот сволочь такая. Так, Александр Лысенко, я тебе говорил, но ты прослушал. Смени порты и назначь кнопки на второй. Когда ты мне говорил? Когда мы уже игру запустили, я же говорю, я могу сейчас их сменить, но мне придется выключить игру. Перезапустить эмулятор, я же только что сказал. Не, ну сейчас посмотрим, да, если дальше так продолжится, это мы его долбить можем тут 2 часа. По чуть-чуть как бы, да, все-таки где-то его достаем кулаком. Но все это... незначительно. О, есть. Опять по сапатке получил. Блин, вот урод. Да, это вам не UFC какой-нибудь. Здесь надо бегать за оппонентом. Так, блин, сейчас меня завалит. Где ты есть? Оу! Чуть было не попал. Так, ну да, походу тогда придется это перезапускать, потому что, ну блин, это такое себе. Он ну, даже удары говорит, читает. Делай быстрый, а? Делай быстрый сейв в эмуляторе и настрой. А. Счетерим чуть-чуть. Так. Сейчас. Так, ты пока настраиваешь, я на минутку отбегу. Ага, давай. Ладно, ребят, давайте тогда перезапустимся.
Потому что... Ну реально, я как бы на эмуляторе вообще не проходил ни разу МГС, и я что-то думал, что можно будет его в рукопашку одолеть без проблем. Так. Угу. Так, дул аналог, да? Чик. 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 Не, вообще, конечно, замуты эти, они такие прикольные. И когда в детстве проходил эту игру, я вот что-то не помню. По-моему, нам подсказали, сами мы не додумались. Ну тут, блин, сложно додуматься. А, или нет, подождите, там потом, по-моему, начинает, когда ты долго тупишь, там сам Кэмпбелл начинает подсказывать, что типа это, переставь твой контроллер в порт 2, короче говоря. И я вот что-то, если честно, этот момент я не помню, сами мы догадались или нам... Ну, по-моему, нам все-таки подсказали, что надо переставить. Так, ну что? Вроде как настроил, сейчас посмотрим. Так, лот. Во. Так. С помощью небольшого чита. Так, я вот только не пойму, с какого порта я сейчас играю. Так, сейчас. Пролетят эти штуковины. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где ты, блин, есть? Оу! Так, ну тут, по идее, лучше Фамас брать тогда. Ты чё, блин? Куда ты стреляешь, Снейк? Ё-моё. Чё за бред? А, ну да, значит второй порт сейчас в ходу у нас. Так, а его же можно тогда теперь и пинать. Спокойненько. Ща мы к тебе подберемся ползком. Во-во-во, да, вот он начал. Я, говорит, не могу тебя прочитать. Чё за хрень? Нормалёк. Так. Уа, попал. Да блин, она сквозь предметы еще пролетает.
Чё-то ты, по-моему, опять научился меня читать. На. Фуфлыжник. На, помордите. На. Уай! Ой. Укуси его, укуси, Снейк. Да, блин. Где ты там ржешь? Получи. Так, последний рейшн? Нет, еще один есть. Хорошо. А, не успел. Почему? По качану. Так, он сейчас, по-моему, Мэрил сейчас начнет использовать где-то на середине жизни как раз. Сволочь нечестная. А чё, кто как из вас догадывался, как его долбить? Сами догадались или где-то прочитали, или кто-то подсказал? Потому что в голове пусто, там нету мыслей. Нельзя прочитать то, чего нет. Так. Мэрил, тихо. Тихо, успокойся. Оп. Ах ты, вот урод, а. Еще. Продолжает, блин, швыряться. О, есть. Нокаутировали. Да ладно. Stop, Meryl. Не, ну ты так-то не тупи, женщина. Я должен тебя нокаутировать. Извини, что так долго? Да ничего. Так, что-то там... А, Рокс, привет, да. Привет, привет. Так, что, комменты читаю? Да, да, конечно. Там Александр накатал. Когда ты проходил Silent Hill в прошлом году, я говорил, что на эмуляторе могут возникнуть проблемы с психомантисом. Чтобы его победить, нужно менять порт Джоя. Но ты, видно, не придумал, а не придал этому значения. На Ютубе сказал. На Ютубе? Какой Ютуб в 90-х? Вы чё? Ну, значит, ты МГС уже проходил, когда был Ютуб. Я тут просто вопрос задал, как узнали... Как проходить психомантиса. YouTube появился в 2004 году. Ничего себе. Так, Рокс, привет тоже. Так, ну хорош бросаться, блин. Или ты меня заставляешь использовать автомат? Походу, да. Придется тебя по хардкору выносить. Фаршировать придется. Ну, свинцом. А ты с Никитки вон один раз подни. Ой, да с Никитки в него вообще не попадешь.
Так, в него и так-то, блин, сложно попасть. Где он там? А, Александр говорит то, что узнал на Ютубе. Ну, узнал, я понимаю, что он узнал. Как я говорю, я когда играл в МГС, никакого интернета даже не было, не то что там Ютуба. Я и говорю, раз. Ну, короче, значит, МГС проходил уже не так давно. Я просто, если бы у нас был Thermal Goggles, я бы его всегда видел, а не только когда он появляется. Я бы видел, куда он летит, короче, телепортируется. А так, получается, что я не вижу и приходится поздно реагировать. О, столом по лицу больно, наверное. Why? Why? Я же говорю, потому что башка у Снейка пустая. И он... Нечего там читать в голове. Там нет мыслей. Так, немного осталось. Правда, и нам тоже немного. Так, рейшны ж кончились, да? Блин. Хорошо. Плохо, что мы... Все рейшины сейчас израсходуем. Это. Воу-воу-воу! Тут вообще началось какое-то мракобесие жесткое. Ай! Ай-я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 й. Сейчас сдохну, блин. А ладно, помолчим. Есть все. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Наоми что-то все время не нравится. Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. Что Снейку может кто-то нравится. So, you used the other... I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. Понял, да? Perhaps so, but I'll read your future. Вектор, привет. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. Go past the communication towers and use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the past, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh. Rose. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. You are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose.
humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. И правда, лицо у тебя страшное. Твои три полигона ужасны просто. На лице. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth. And he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. Ясно, женщина. I've seen through evil. You, Snake, you're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Merrill's? I saw you there. You have a large place in your heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. Вот такой вот Босинский. Let's go, Merrill. I'm sorry. Merrill? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake. What's your name? Your real name. A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go.
Так, ну вот. Блин, в МГС, конечно, круто, когда вот вроде босс, злодей, да? А потом раз. Он свою историю рассказывает. У них достаточно у всех прописанный сюжет, предыстория. Ну и Мантис не исключение. Так, нам говорят переставить порт. Контроллер в порт 1. Получается, если не переставить, то у нас перестанет игра управляться, да? Так, ну... Блин, а чтобы в порт 1 поставить, сейчас опять, да, перезагружаться? Капец. Вектор написал, в коробочной версии на задней стороне была частота какая-то написана для связи с кем-то сразу же, как рация появляется. Какая-то частота. Какая частота? Какая-то частота для связи с кем-то. Ничего не понятно. Так. Ладно, давайте перезапустимся. Чуть-чуть. Да, была частота, но это только на лицензионном диске она была указана. Так, давайте сохранимся тогда. Так, по-моему, так. Или нет? Что-то я даже забыл, как сохраняться. Ладно, сохранимся тогда вот так. Хоп. Сан Андреас, привет. О, Лав Сан Андреас, да, приветствуем тебя. Так, 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 где тут, блин? Сохраниться. Слот один. Ага. Так. Перезапускаемся опять. Это, конечно, не так прикольно, как на Соньке оригинальной, что порты перекинул с одного на другой и все. Так. Сан Андреас спрашивает, кто-нибудь в ОСУ играет? Ну, это аббревиатура. Я ОСУ? Такой игры не знаю. Что такое ОСУ? Так, там еще сообщения были, которые ни ты не прочитал, ни я. Ну, кинотрэш мне понравился. Я вообще в Metal Gear путал раньше с Metal Slug. Я Metal Slug проходил много раз, и когда мне предлагали Metal Gear, а я говорил, что его уже несколько раз прошел, а все так восхищались и задавались вопросом, как? Как ты мог пройти это несколько раз, да? Так, тут еще mm-hmm. Александр Лысенко, ты пишешь, узнал на Ютубе. Так, ну, про эмулятор, да? Как убить Мантиса mm-hmm. на эмуле, узнал на Ютубе. Кучу восклицательных знаков. Но я задавал вопрос, как вы узнали, в принципе, я не говорил, как на эмуляторе. Кто-то вам, говорю, подсказал, я же сначала вот рассказал вам свою историю, а потом говорю, как вы узнали? А ты мне почему-то про эмулятор говоришь. Поэтому это ты не понял моего вопроса. Вот. Так, Сан Андреас, нет, эта игра так называется, загуглите. Но я вот про ОСУ ничего не знаю, скажу честно. У меня эта игра в 98-м появилась через год после выхода. Ну, на самом деле, Вектор, игра появилась в 98-м. Если она у тебя появилась в 98-м, то она как раз появилась у тебя в год выхода. У меня попозже, у меня где-то, наверное, в году в 2000-м появился МГС. Может быть, в 99-м. Насчет лица Психониса этого. Неправда, это был реально крутейший графон. В то время все было крутейшее. Потому что игр было мало, сравнивать было крайне редко с чем. Ну тут на самом деле, опять же, насчет графония МГС можно поспорить. Графон-то как раз таки в МГСе... понял, то есть назад нам вообще никак не пройти, да? Я думал пособирать там ништяки, может опять появились. Короче, графон в МГСе-то был так себе, даже на фоне тех игр, ну то есть там, я не знаю, сравнить с Tomb Raider, с Silent Hill'ом. Персонажи выглядели очень плохо, то есть полигонов тут, ну, действительно, совсем мало, лица тут чисто чуть-чуть обозначены и все. Так что, Вектор,
Тут скорее она общим дизайном брала, общими фишками. Тут много было возможностей разных, да. То есть там пар изо рта шел, следы оставались. Можно было стучать, там ползать, прыгать, бегать. Вот, но сам графоний был плохенький, на самом деле. Ну, я не знаю, я когда проходил... Если именно о качестве графики говорить. То есть здесь ресурсы консоли ушли немножко на другое. Не на графику. Я был ребенком, и мое воображение как бы дорисовывало больше. Не, об этом мы тоже вчера говорили, что, естественно, воображение дорисовывало. Но чисто вот если приглядеться, я, в принципе, даже в детстве заметил, что... И мы вот с Лехой, помню, обсуждали, что графон-то здесь так себе. Но мы тогда уже понимали, что, да, куда, типа, ушли ресурсы, типа, разработчики-красавчики, все дела, и нам очень хотелось... поиграть, например, на ПК там в нее, но на ПК ее не было. Точнее, у меня ПК не было. Вот и... Так, Александр Лысенко. А на оригинальной Соньке сам догадался? Спросил вроде у кого-то. Так, ну, сам догадался или спросил? Что-то непонятно опять. Сам догадался или спросил у кого-то? Не, мы все-таки. Вот эту миссию я помню. По-моему, спрашивали. Ну это тут пещеры. Да, по норкам лазить. Да, тут волки, кстати говоря. Вон он. Оп. Сейчас укусит. Так, и тут. И следы и дальше. Остаются, когда бегаешь. Да, следы остаются, звук от остается. Ау. Ты, блин, иди в задницу. Да вы заколебали, блин, волчары, ё-моё. Да встань ты, дебил. Хана, сейчас загрызут нахер. Надо сваливать. Сан-Андреас, кстати, телевизор новый купили. Samsung 4K 7 серии так, какой-то. Так, есть. Поздравляю. Ага. Самсунги вообще молодцы. Хоть и дорого, но молодцы. Александр, не помню, 20 лет примерно прошло. Вот я тоже не помню, поэтому. Так, здесь, по-моему, дальше идти некуда, насколько я понял. Ай-яй-яй. Сейчас мы, короче, вообще с автомата их будем долбить. Мы заколебали шавки. Там дальше будет прикол, что если надеть шарф от снайпера Вульфа, то они не будут, короче говоря, это агриться. Что она типа с волками дружит. Ну, снайпер Вульф, там все дела. Но пока, блин, у нас нету от них спасения. Сан-Андреас тебе вопрос задает. А может в Tomb Raider поиграем как-нибудь? Может быть и поиграем. А, и по-моему так. В этой же локации тебя будут электричеством питать, когда на кнопку придется вечно бить. Нет. Нам еще предстоит босса сейчас завалить перед этим. Тут, в принципе, два босса подряд сейчас будет. Но после... Я помню, что там тоже снегу. Малыш, смотрите, пришел. Щеночек. Ладно, щенка мы трогать не будем. Так, а вот сейчас, по-моему, будет фишка такая. А, не, надо сначала... Короче, ладно, сейчас, дойдем. Сейчас будет, короче, уматная штуковина. Так, тут волчара ходит. Что-то, Антон, ты грустный? Да не. Тут да встань было. Ты, дебила, кусок. Поэтому сейчас дайте немного. Войду в колею. И все нормально будет.
Так, вот. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. А эти вон, смотрите, ух, блин, проказники. Волчара вон намырил. Блин, японская игра, ё-моё. Капец. О, вообще улегся, уснул. И тот тоже сидит. Так, Александр. Ага. Или The Walking Dead 3, третий сезон. Ну, типа прохождение. А, да нет. Не интересует как-то меня The Walking Dead. Мне вообще не понравилось как такового. Так, короче, тут можно такую фигу замутить сейчас, чтобы в следующий раз они на нас не агрились. Сейчас придется Мэрил немножко в нос опять треснуть. Так, она сейчас будет смущаться? Или уже все? А, да, будет. Так, ну-ка. На. Да, сейчас меня искусают. Так, по идее, сейчас должны коробку обоссать. После этого. По-моему, так. Нет? По идее, да, надо врезать Мэрил, типа, а собаки за нее заступятся. Ну, волки там, собаки. А маленький вот этот должен обоссать коробку. Ну, может, я здоровый должен укусить? Не, фишка не в том, кто укусить, а фишка в том, что надо врезать Мэрил. Так, может, не с первого раза они понимают. А, или ему, может, маленькому надо врезать. Извини, малыш. Нет. Им пофигу. Блин, значит, я забыл. Давайте еще раз Мэрил врежем. Женщины сбивать, это так приятно ведь, правда? Хотя бы в игре. Феминистки, которые будут смотреть твои стримки, аж потом растерзают. О чем ты думаешь? Ну давайте, обсыкайте меня все втроем. Я-то, собственно, бью ее для чего? Чтобы самого себя унизить, видишь? Я пытаюсь, чтобы меня обоссали. Насыте на меня. Обоссите меня с ног до головы, мать вашу. Витя, мальчик, 34 года. Ну, может, кто помнит? Не, не помните? Чатики молчат. Ну и ладно, не хотите обсыкать. Пойдем тогда дальше. Пойдем. Все равно дальше будет плохо, Мэрил, очень плохо. Я пытался ее спасти, как бы, чтобы она не шла дальше. Эх. Все, это последние минуты, когда мы видим Мэрил, собственно говоря. Так что, ребята, наслаждайтесь ею. But the radar is working, and since we can't use the mind detector either... Leave it to me! Сейчас она тут какую-то шляпу нарисует. А я когда проходил, я не понял, что она делает. Ну и напрямки понял. А, да? Не, мы все-таки в английскую версию играли и, ну, смогли понять, что она сказала. Ну, тут, правда, на самом деле все проще, чем она тут выписывает. Здесь по краю, по-моему, бежать. Да. So, what do you think? Pretty good, huh? Ну, так-то да. It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? Ну, уже тут заигрывают друг с другом. Прям у вас уже, ребята, совсем все, да? Так, лучше заюзаем еще один этот, а то вдруг я что-то не так помню. Ну да, вот так здесь. Ну что, ребят, все, прощаемся с Мэрил. Сейчас будет беда.
Так, Сан Андреас, можно еще поиграть в Терминатор 3 и The Redemption? Ни в коем случае. Терминатор это вообще... Так. Игры стрёмные. Бам. Не побежал ее спасать, оттаскивать, раз такой спрятался. Настоящий мужик. У него-то все равно скоро появится эта глухонемая баба-снайпер, поэтому... Какая глухонемая баба-снайпер? Ну, в последней части, вот, которая выходила, у него там будет напарница глухонемая баба-снайпер. Да, только он... Это не он там главный герой, если чё. Это его отец там. Тут, на самом деле, достаточно такая... Запутанная Санта-Барбара в сюжетной линии МГС, так что без бутылки. А, во, да. Правильно ты на трэш написал. Молчунья ее зовут. Да, Квайт. Сан-Андреас, опечалился то, что ты не хочешь в Терминатора играть? Ну, я понимаю, но в жизни должны быть все-таки и небольшие огорчения. Я надеюсь, это самое большое огорчение в твоей жизни будет на самом деле. Вон, давайте послушаем исповедь Мэрил. Снейк, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Now get out of here. Там кодек разрывается просто. Snake, it's a trap. The sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go and help Meryl, so he can pick you off. Don't do it. Must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. It doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. I'm gonna save Meryl, no matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Nothing. I'm just surprised you're willing to sacrifice yourself. You got the genes of a soldier, not a savior. You trying to say that I'm only interested in saving my own skin? I wouldn't go that far, but... I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. Like an animal? I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. Поняла, да? I'm gonna save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Snake, thanks. I understand. I'm sorry. Блин, Наоми, стервоза тут такая. Так, ну что, ребят? Мэрил нам не спасти уже, все. Она, в общем... Мы сейчас отсюда уйдем за снайперской винтовкой, по-другому... Снайпер Вульфа не завалить, потому что, ну, у нас даже Стингера нету еще. А, она еще продолжает по ней стрелять. Ладно, надо валить отсюда, а то она ее добьет. Все. Ту, блин, она еще успела в дверном проеме в нас шмальнуть. Нифига себе, тварь. Александр пишет. Сан-Андреас, вряд ли, если он в Doom или Duke не играет, то вряд ли. И мне понравилось то, что в твоем чате на Ютубе Лов Сан Андреас первое слово сердечком нарисовано, а не буквами. Прикольно. Я говорю, он сам там каким-то рандомом, в общем, это заменяет некоторые слова. Так, и в общем, что, ребят, да, надо нам бежать, в общем, назад за снайперской винтовкой опять аж в самое практически начало игры.
Так, ну давайте позвоним, чтобы точно определить, где она у нас лежит. Stay out of her range and shoot at her with a sniper rifle. Yeah, but where can I find a sniper rifle? I can't ask Meryl. What about Dr. Emmerich? He's been on the base for a while. He might know. Окей, давайте спросим Атакона. Otacon, have you ever seen a sniper rifle anywhere on this base? A sniper rifle? Meryl's been shot by an extremely good sniper. Sniper? A high-quality sniper rifle is the only way I can fight back. I saw a PSG-1 in the armory in the second floor basement of the tank hangar. The second floor basement of the tank hangar? I have to go all the way back there? Well, yeah. What's wrong with you, Otacon? Nothing. Чё-то Атакон тоже тупить начал, троить. Непонятно, чё с пацаном происходит. Так, давайте засейваемся, на всякий случай, а то нам сейчас опять через этих... She's just bait. It's me they want. If I step out there, I'm gonna get picked off, and who's gonna save Meryl then? I'm hoping that as long as I don't fall for it, they'll leave Meryl alive. So you're just going to leave Meryl there? She's hurt. I know what I'm doing. Meryl understands too. That's horrible. You're right, it is horrible, but that's war, and the first rule of war is to stay alive. Точно, Мейлинг, не ссы, все будет нормально. Ну и в общем, здесь у нас, ну не здесь, чуть дальше будет развилка. Как раз таки вот, Антоха, о которой ты говорил, где пытки будут. То есть, в принципе, до пыток не так долго осталось. А главное самое нам... Самое запоминающееся. Ну да. Главное нам раньше, как вынести эту снайпериху. Да, я помню, что мы даже вдвоем это делали. Один держал джойстик, а другой просто херачил пальцами. Да-да-да. А так все, по-моему, проходили эту миссию. Один держит. В общем, это были 90-е, да, мы играли как могли. Так, ладно. Так, нас шестеро. Ну, неплохо. Да сколько в тебя надо всадить-то? Есть. Извините меня, защитники животных там, их прав и прочее. Не, вот меня всегда удивляло вот эти вот... защитники животных, да? Вот они всегда говорят, волки хорошие, а вот когда ты один с волком вот так вот встретишься, он хороший будет или нет? Так же будешь его защищать? Типа, нет, волк, вот чтоб ты не помер от голода, давай я тебе ногу отрежу, оставлю, вот, все, ешь, я как-нибудь доковыляю. Ну да. Да это потому, что они все... Кто-то, кто их там защищает... Факт, что их даже видели вживую когда-нибудь. Угу. Да и вообще про все, что вот все эти защитники, крикуны, вот там, они только могут вот, сидя где-то там в уютных офисах или, я не знаю, с телевизора что-нибудь орать. Так, может тут что-то появилось новенькое? Так, там маленький щенок. Нет. Чат что-то у нас отдыхает. Угу. Все за Мэрил, за Мэрил переживают очень сильно. Ага, ногти грызут. Кинотрэш, по-любому на ужин мраморные стейки жрут еще. Это по-любому из самых волков. Да-да-да. Здесь у меня кошка Вискас съела, в нем мяса намного больше, чем я куплю тушенку в магазине и детям приготовлю. Так что кошки даже лучше нас жрут. Ну да. Так, давайте-ка, товарища.
нехорошо, понимаю, но нам нужен Рейшен. Как сказал Снейк, на войне главное выжить, неважно как. Просто убили, ну это практически как убить на водопое. А, в женский уже нельзя зайти, да? Так, эти опять появились тут балбесы. Так, а тут не заспавнились всякие штуки вкусные? Было бы неплохо. Да блин. Фамос. А, ну у нас, во-первых, сейчас после босса можно максимально пополнились патроны. Сколько их можно брать максимум. Поэтому. Так, он тоже в сортир пошел. Ладно, тебя мы трогать не будем, так и быть. Блин, это нам сейчас долго идти назад. Это аж через поле боя с этим, с танком, в общем, туда вот все это. Да. Так, ага, точно, здесь же нельзя оружие использовать. Так, блин, чувак тут еще сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И на трэш можно на грузовике тпшнуться? Да блин, я ж тебя... Вот гад, а. Так, тут же лестница должна быть где-то. Должна быть. Да... А, блин, вот урод. Блин, вот он херачит, вообще жесть. Надеюсь, они гранаты сюда не будут кидать. А, короче, тут не спрячется, они видели, да? Ну, тогда нам трындец. А, сволочь, отбежал, да? В прятки играем. Так. Сейчас вот так сделаем. Оп. А-а-а! Снейк, дебил! Ай, ё-моё. Блин, и рейшенов нет, но все равно сдохнем. Или нет, или выживем. Не, выжили. Жизни просто на кончике. Так. Нам на один чих буквально осталось. Так. Да, и дверь надо закрыть, а то продуют. Ага. И вообще умрешь. Кстати, насчет продуешь и умрешь. Тут ведь вы в курсе, можно простыть. Не, серьезно, Антох? А, кстати, да, можно. Как раз это... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тут, блин, фига. Это я потом узнал, когда историю серии смотрел на Stop Game. Они, по-моему, пускают. Или навигатор игрового мира, я не помню. Там полностью рассказывалось. Угу. Как приятно, когда есть... Каналы, которые объясняют взрослым дядникам о том, что они не поминали, что в детстве происходило. Ну да. Так, есть. Сбежали мы из Nuclear Warhead Storage. Здесь, по-моему, Рейшен должен лежать. После битвы с боссами, да, оно все обновляется. Так, давайте сразу юзанем ее. Блин. Короче, сейчас, да, вот снайпера завалим, там потом дальше будут у нас как раз, ну, многие ждут этой сцены очень сильно. У меня аж слеза, наверное, пойдет, если это я о том, о чем думаю. Вау, вот это да. Они тут понаставили, блин, этих
Ё-моё, и Минт. Вот это я забыл, реально забыл. Чёрт возьми. Прям жесть. Клеймор. Миноискатель. Твою мать. Так, надо клеймору собрать. Оп. Танк убрали уже? Собаки. Да, убрали. На реставрацию, наверное, наверняка его отнесли. Так, что здесь у нас? Блин, ничего нету. Как так-то? Сейчас сдохнем. Блин. А я думал, она под себя не стреляет. Да как так-то? Она же не стреляет под себя, по идее. Значит, стреляет. Так, ты пока загружайся, я на минутку. Угу. Да, я уже все снова здесь. Динамика. А, так. Ну я все равно быстро. Блин, где миноискатель? Так. Ну блин, все равно надо мины собрать. Они нам пригодятся. Ага, сволочь, сюда-то ты не стреляешь, да? Тварь такая. Да, отдыхай. Так, здесь ничего нету. Жалко. Можно на грузовике ТПшнуться. Ну, там все равно надо будет бежать. Мы уже почти прибежали, поэтому... На самом деле там... Ха! Главное, когда стоя, да, она не замечает. А лежа, блин, заметила. Странно. Ага. Перекрестный огонь, все дела. Так, сколько у нас клейморов-то? О, хорошо. Насобираем сейчас. О, замечательно. Блин, клейморы реальная вещь. Будет одно место просто, где они нам очень пригодятся. Не знаю, как другие, но я там клейморы использую. Причем я сам придумал. Не подглядывал. Так, все, заполнили, да, клейморы? Да, 12 штук. Отлично. Просто замечательно. Так, сейчас тут еще, блин, с этим газом опять. Так. И Thermal Goggles. А, ну, кстати, мы сейчас сможем это, Thermal Goggles взять. Правда, я забыл, где он. По-моему, на втором этаже. Если не ошибаюсь. Так, сигарки. В смысле? А чё, уже отключили здесь датчики эти термические? Я помнил, что их на каком-то этапе... Блин, у нас жизни и так мало еще это. Хорошо, слушайте. Надеюсь, они все отключены. Насколько я помню, все. Ладно, с богом. Да, значит, отключили. Ну, тем лучше. А, или они... Оу. Погоди-ка. Щувачок. Здесь что у нас? Здесь патроны и все. Нет, тогда мы сюда идти не будем. Так, и тут что-то всего лишь один охранник носится. Так, у нас жизни мало, блин. Совсем мало. Поэтому... Воу-воу-воу-воу, тихо. Кадр. Пришлось обезвредить парня, потому что опасно очень. Так, ну чё, даже не знаю. Сначала тут пробежаться.
Там дело в том, что если бы мы на грузовике поехали, мы бы оказались же на улице в самом начале. И пришлось бы сюда бежать. А там... Так. Все равно надо было сначала до Warhead Storage бежать. Вау. Ты еще сюда идешь? Да чё ты... Так, вот. Вот здесь, по-моему, термогоглс этот лежит, насколько я помню. Надо его взять. Да. Так, здесь, в принципе, все. Там мы были, там были. Ну все, тогда едем на второй этаж. Точнее, на этаж B2, бункер. Там сейчас возьмем снайперку. Потому что у нас там Мэрил лежит и истекает кровью, ё-моё. По-моему, тут что-то еще должно лежать. Значит, уже забирал. Можно, кстати, по B1 еще пробежаться. Там тоже, скорее всего, восстановились всякие патрончики там, рациончики и прочее, прочее. Ага, шестая карточка. Я думал, шестую нам Мантис даст все-таки, но, видимо, нет. Так. Дайте рейшн, пожалуйста, ребятки. По идее, должен под кроватью быть. Да. Отлично. Так, под второй, по-моему, ничего нету. Джонни отсюда убрали тоже. Да. Ну сколько у нас рейшенов? Один? Да, один пока. Ладно. Здесь ничего? Здесь ничего. Икс. Ну. Кстати, когда в детстве играл, мне почему-то казалось, что это 131 этаж и 132. Так еще играем. О, ничего себе, на 132 этаж поднимаемся. Воу. Чувачок, ну ты, блин, прям... О-о-о. Такой прям. Так, о, что-то выпало из чувака. На, патроны. Ну, блин, патроны не так хорошо. Так, вот здесь, насколько я помню, есть подляна. Блин. Вау! Ладно. С4 хорошо, что взяли. Так, что у нас тут? Тут патрончики для Никиты. Ага, блин. Так, здесь был автомат. О, патроны полные. На ФАМАС. Ну чё ты... Ой, блин, косой.
Так, сейчас от всех избавимся тогда уже. Ух, как много в него надо было всадить. Памос. Так, вот пятерка, даже написано, смотрите, PSG-1. Так, надеюсь, здесь лазер... Блин, здесь лазеры. А-а-а! Так, ну теперь у нас есть Thermal Goggles. Где они? Вон он, тепловизор, да? Так, главное тут сейчас не обосраться с этим делом. Так, вот так вот надо издалека начинать. Оп. Оп. О, и тут же звоночек. Да мы поняли уже. Чувак, мы поняли. Так, ребят, давайте прервемся буквально на пару минут. Сейчас я отойду, в общем, перед битвой со снайпер Вульфом. Надо опустошить мочевой пузырь. Не разбегайтесь. Так, ну что, I'm back. Теперь со спокойной просто совестью, душой и с чистыми подгузниками можно возвращаться в бой. Антоха, ты тут? Да, тоже все. Ага, ну все, мы готовы с Антохой идти и мять булки снайперу Вульфу, точнее, в смысле, стрелять в нее со снайперки. Так, давайте Наташе позвоним, она у нас спец по оружию. А как пять есть кто-нибудь еще живой? Люди? Вы где? Sorry, but these are smokeless cigarettes.
You mean those cigarettes that are designed to cut down on secondhand smoke? Oh, well, don't worry. If you blow the smoke in the direction of the infrared sensors, you should be able to see them. That was a good idea, bringing the cigarettes. Наташа, ты не про то рассказываешь, ё-моё. Это мы уже знаем. Понял, Антоха? Что тебе Наташа сказала? Слабым станешь душой и телом. Так у меня нету сигарет, которые бездымные. Ай, блин, нет. О, Настя все еще с нами. Угу. Вот, иди. Самая стойкая. Да. Так, я хотел у нее реально про... Ага, сейчас PSG включу, он ляжет и, блин, заденет эти самые. Не-не-не, спасибочки, не надо. Так, надо аккуратно тут с этими... Infrared sensors. Я думал, что сейчас будет чуть было не было. Так, карту ставим. Сваливаем. Ну тут что-нибудь еще можно подобрать, в принципе. Хотя рейшенов тут, по-моему, нет. О, гранатки. Тоже пойдет. Так, можно вот сюда сходить. Тут, знаю, должен быть рейшен. Лежать. Просто если мы пойдем к снайпер-вульфу без рационов, то... Так, погодите-ка. Шансов будет вообще мало с ней справиться. Саня опять здесь же. Так, отлично. Нас уже четверо. Так, где он, еще да. Вы их потеряли? Не, ну так показывает нас шестеро в чатике. Ну да. Но только он читает, по-моему, и нас с тобой. Ну да. Вау, а что здесь? Ого. Так, здесь, короче, с гранатами чисто. МПшки. Камера. О! Я и забыл. Кстати, про эту фичу. Что тут камера есть. Тут, кстати, где-то даже рожи разработчиков, по-моему, можно увидеть. Только я мест не знаю, куда надо фототь. Короче, тут столько в игру напихано всякого. Тут просто, я реально говорю, без бутылки тут хрен разберешься. Так, а здесь же тоже, блин, должен был лежать рейшен. Разве нет? А, у нас пока их два всего, и еще и жизни у нас не полные. А, печалька. Ну ладно. Так, Александр написал. Люблю стабильность. 6 зрителей и 6 лайков. Ха-ха. А. Ну да, типа того. Как говорят, стабильность — это признак мастерства. Точно. Так, опять, блин, эти зареспавнились. Собаки. Псы! Просто. Волки. Позорные. Ладно, чё, валим отсюда. Давай, открывайся. Чик. Сваливаем. Так. Дилемма, слушайте, надо где-то набрать рейшенов. Есть у меня одна мысля, где их можно взять. Короче, можно еще полазить по вентиляционной шахте. Вот где. Там... По-моему, даже парочку можно найти. По-моему, по верхней. На верхнюю, если пойти. Вентиляцию. Кажется, если я не ошибаюсь, опять же таки. А, кстати, кто посмотрел трейлер новому Человеку-пауку, который выйдет? Не, я не видел. А ты сам смотрел? Да. Чё, как тебе? Ничего не понятно. Ничего не понятно? Да. Тони Старк, как я полагаю, уже мертв.
Фьюрис какого-то жив. Хотя Танос его тоже убил, если брать аналогию с Мстителями этими. Ну так и сам человек-то мертв. Ну так-то да. Из этого вопрос. Если фильм происходит до Войны Бесконечности, то как Железный Человек мертв? Почему, да? Да, вот. Суицидник. О! Ай, блин. Рейшин! А-а-а! Хорошо. Просто замечательно. Так, а здесь что у нас? Блин, тут тоже что-то должно же было лежать. Так, давайте сразу юзанем один. Бум. Да, что ты лег-то, блин? Да, вот такая вот нелегкая жизнь у Снейка. Приходится как крыса лазить просто по всяким дыркам. Так. Как о, и сразу же здесь рацион. Что? Как бы он тебе ответил, на войне крыс нет. На войне есть только солдаты. Так, и вот я не знаю. По-моему, еще должен быть рацион. Где-то в районе камер. По-моему, Смэрил. А, камеры Смэрил-то, блин, они не в этой вентиляции. Ладно, сейчас проползем. Так, ну-ка. Чик. Можно поподглядывать. Снейк тоже, короче, вуайрист. Тут еще. Так, ну, по-моему, я сюда, если честно, зря ползу, но ладно, проверим уже. Так, Александр написал. Я видел, например, части часто отличаются от фильма. Там, как обычно, приукрасят. Да, не спорю, либо приукрасят, либо 50% смысла самого фильма перекинут в один трейлер, и уже фильм смотреть как-то неинтересно. Ну. Так, что-то я, блин, заблудился. А, ну да, точно заблудился. Вот так вот. Повертелся, повертелся, и уже не понять, куда ползти. Ну давайте, дайте рейшн, ребята. Сейчас мы, походу, выползем на улицу просто. Да, вот в этой части раньше хотя бы в Silent Hill или в Резиденте была какая-нибудь карта. Ты хотя бы хоть как-то мог понять, куда тебе чё. Ну да. А тут одна квадратная кишка, и в ней и то заблудиться можно. Так, ну на улице, кстати, вот даже тут на втором этаже, раз уж мы доползли, по-моему, там есть рейшн один. В самом конце второго этажа. Так. Ага, хер. А, блин. Блин, соком патроны. Да вы чё, серьезно что ли, ребята? Еще, да. Спасибо, блин. Может тут? A surveillance camera? Ай! Блин, чуть было не было. Так, вот, есть. Сколько у нас теперь их? Ага, 4. Надо. Вау, 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 вау. Что-то я совсем неосмотрительно. Так, вон там еще один есть. Раньше был, по крайней мере. Да! Все.
Отлично. Полный боекомплект. Пайков, пиццы. Сейчас пойдем жрать. Доширака. Доширака, ну. Всего, кстати, полного. Начиная, по-моему, со второй части, там реально доширак появляется. Ну, нормально, так завалил какого-нибудь снайпера, присел на карты, похавал потихоньку и дальше пошел. Ну да. Снегом заварил, такой накидал снега. В руках снег согрел. Да, или во рту. Тает во рту, а не в руках. И все, и давай чавкать, блин. Палочками. Так. Все. Ну, Снейк же сказал, самое главное там, что, приготовиться, вооружиться. Они знают, что им нужен я, ну, то есть Снейк. Поэтому Мэрил будет пока жива. Ну, я это оправдываю наши действия вообще, что мы тут погуляли с вами, покушали плотно. Да, пускай ждут. Они тебя ждут, вот пускай. Да, и пускай Мэрил ждет, да? И пусть весь мир подождет. Не зря же говорят в рекламе. Да, как Dead кушаешь? Скудер, приветствую чатику. С кем и что снимаешь? Привет, Dead Hunt. Привет, что-то ты припозднился сегодня, но тем не менее, добро пожаловать. А сегодня у нас Metal Gear Solid, вот шестая часть, как видишь. Так. А, ну и там вопрос был с кем. Также с Антоном. Вот, мы сладкая парочка теперь. С WhatsApp'ом, в смысле. Да, WhatsApp People, который. Извиняюсь. Так, ага. Так, блин, чувак опять. Страшное название. Здесь. Вен. Страшное название у продукта доширак, почти что кошак. Вот, кстати, это про защитников животных. Зря ты им такую идею дал. Сейчас еще и дошираки запретят продавать. О, еще один рейшн. То, блин, не давали, не давали, теперь сыпется с каждого воина. Ладно, у нас полный боекомплект, поэтому не будем брать. А судья? Я тебя не совсем понял, Дэд. Я, если честно, тоже. А какой судья? Судья Настя. Если я выживу, значит судья хороший. Не выживу, значит судья меня казнит. Так, блин. Мне не нравится, что они тут ресаются все. Постоянно. Настя, тут вопрос задают. Ты здесь, нет? Судья. Настя здесь. Третейский. А, ну да, тетрадь смерти. Ну да, 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 да. Не, я просто про судью подумал, что может модератор имеется в виду. Ну, Саня вот, Лысенко. Серию смотрели. А, опять же. Серию чего? А, ну то, что ты скидывал этого каламбура. Не, я так и не успел посмотреть. В общем, некогда было вчера. Сегодня, в общем-то, тоже. Так, где Настя у меня? Вроде бы смотрела, ей понравилось вчера. Так, а Настя, она еще вчера там во все горло хохотала. В истерике. Она и в чатик писала, что у нее лицо уже трещит по швам.